Дорогие горожане, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Последние дни декабря всегда наполнены особой атмосферой. Мы украшаем дома, улицы, выбираем подарки. Стараемся стать добрыми волшебниками для наших родных и близких. Стараемся выполнить их самые заветные желания. В наступающем году нас объединяет вера в то, что исполнятся наши мечты и наступят светлые времена. В уходящий год пандемия внесла коррективы практически во все сферы нашей жизни. И в первую очередь я хочу сказать слова благодарности нашим врачам за их самоотверженный труд. Также сказать спасибо всем, кто в это непростое время помогал заболевшим, волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам, вообще всем, кто не остался в стороне в этой ситуации и помогал с доставкой продуктов, лекарств, выгулом домашних животных. Ваш вклад трудно переоценить. В 2021 году нас ждет много интересной работы на благо родного города. Большая часть ее будет направлена на развитие инфраструктуры города и создание комфортной среды для нас и наших детей. Я надеюсь, что эти проекты будут реализованы должным образом, и надеюсь на ваше участие и поддержку. Пусть в эти новогодние и рождественские дни никто не останется обделенным заботой и вниманием. Пусть ваши дома наполнятся теплом и уютом. Поздравляю вас, друзья, с Новым годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья вам и вашим близким, оптимизма и удачи в новом году.